Итак, я начинаю свой удивительный видеорепортаж с ночного города. Именно сегодня я вернулся в детство. Меня можно называть теперь не Дон Пабло, а называйте просто Павлита. Я как мальчик. Я снова получил коня и вернулся как в детство. Посмотрите, какой шикарнейший конь. Посмотрите. И я, как маленький мальчик Павлита, теперь катаюсь на нем. Радуюсь, я могу передвигаться по этому городу, хоть ночью, хоть рано утром, хоть ночью встать, приехать сюда, заниматься спортом, купаться, рыбу ловить. Посмотрите, я могу передвигаться, ездить в Велмарт, ездить к друзьям, ездить просто по городу. Это просто удивительно, я вернулся как в детство. И мне очень даже подобается так эта техника. Маленькая, идет 35 майлов, значит, в час. Ну просто супер. Я очень счастливый. Посмотрите, друзья мои, какая удивительная у меня техника. Нравится вам? Смотрите, какая красивенькая, да? Видите, Барыкин поет про велосипед, я буду долго гнать велосипед. А я буду гонять на этом. Ну еще на велосипеде. Это у меня конь. Здесь бы песня подошла, выйду ночью в поле с конем. Смотрите, какой красавец, а? На фоне этого всего ночного города. Вот такую технику Павлита теперь имеет. Я вернулся в детство. Порадуйтесь со мной, друзья мои. Вот это ночной город. Сейчас я поеду домой жарить рыбу, которую мы ловили здесь. Я счастливый. У меня появился конь. И вот и я, друзья мои, на фоне этого коня. Я как в детстве, видите? Вот глажу его. И хочется петь песню. Выйду ночью в поле с конем. Вот такой у меня конник. И вот такой вот Павлита счастливчик. Ну давайте, друзья мои, до следующих репортажей.